потеряла сознание, я ничего не помню. Стал приводить чувства, вызвали скорую помощь, и я, можно сказать, все вспомнила, как это было только в больнице электронной. Вы сейчас ворвались в кабинет с какой целью? Я совершенно не боюсь публичности. Я вам, во-первых, не разрешал проводить съемку. А нам не требуется ваше разрешение. Пожалуйста. Не, мы со съемкой, мы так не можем по-другому. Я ей все объясню, ребят. Аж куда вы бежите? Тебя нормально. Ты успокойся. Очень даже агрессивно. С вами идите, спокойно разговаривать. Не нужно. Спокойно разговаривать. Не обосновывайте. Да вы просто расскажите зрителям нашим, как так получилось. Вы свою версию скажите, как так получилось. Прошу, я вас снимаю. Вы можете дать комментарий? Не, вы можете сказать, я прекращу видеосъемку, если вы скажете, я не буду давать комментарий никаких. Я никаких не буду комментариев. Не хотите давать. Но вы свою вину полностью признаете. А выключите телефон. Я выключу. Я просто второй вопрос. Вы слышали? Вы слушаете? Ну да. Ну, процесс сейчас не идет. Ну, как судья удалил совещательную комнату. Ну, выключите, пожалуйста, камеру. Я выключу. Можете ответить? Вы просто, я слышал, да, что я отвечу, я выключите камеру, я отвечу. И как только ответите, я сразу же выключу. Нет, выключите, я отвечу. Ладно, ну вот давайте так вот, смотрите, вашего лица здесь не видно. Вот. Вы здесь в судебном заседании сказали, что признаете полностью вину по 12.8, часть 1, то есть управляю в состоянии опьянения. Я вам это заслуживает уважения. Нет, вы суду сказали. Вы большой молодец. Я надеюсь, что больше таких ситуаций в вашей жизни не возникнет. Да, я тоже надеюсь. Все зависит от вас, в ваших руках. Да, я знаю.